Всем привет! Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. И сегодня я вам расскажу, как заблокировать кого-то в Facebook. Для начала открываем Facebook. В кнопочке «Поиск» ищем нужного нам человека. Например, Hard Reset. Люди. И выберем этот аккаунт. Нажимаем на три точки. Видим сразу строчку «Заблокировать». Нажимаем. Заблокировать Hard Reset. Заблокировать. Все. Вы заблокировали Reset Hard. Все готово. Теперь вы знаете, как заблокировать кого-то на Facebook. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.